прокуратурой города Керчи на постоянной основе осуществляется контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства Российской Федерации. В соответствии со статьей 12 Федерального закона о противодействии коррупции, при трудоустройстве лиц, ранее занимавших должности государственной гражданской службы, федеральной государственной службы, муниципальной службы, работодатели должны направить уведомление по прежнему месту работы бывшего государственного гражданского, федерального служащего, либо муниципального служащего. За несоблюдение данных норм законодательства о противодействии коррупции предусмотрена ответственность по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В текущем году прокуратурой города Керчи были выявлены такие нарушения в деятельности одного из юридических лиц города. По результатам проведенной проверки было установлено, что уведомление о трудоустройстве бывшего государственного гражданского служащего не было направлено по прежнему месту его работы, в связи с чем прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которое направлено на рассмотрение в Керченский городской суд. По результатам рассмотрения постановления прокуратуры города Керченским городским судом было вынесено постановление о привлечении должностного лица организации к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с наложением взыскания в размере 20 000 рублей.